Привет, меня зовут Фуливиус, а это красные шарики и это зеленые квадраты. Нет, они не зеленые, ребята, они прикидываются. И знаете, что я вам скажу? Что сегодня тот великий балдежный день, когда квадраты будут повешены, ребята, потому что злые негодяи напали на королевство шариков и решили его захватить, но мы этого им не позволим. Поскольку производство бургеров у нас на высшем уровне, видите, сколько у нас уже 150 штук можем в секунду производить, а еще у нас есть стрелы, и еще у нас есть шарик обычный, которым мы сейчас будем бороться, есть шарик с мечом, есть с топором и есть в каске. И, ребята, смотрите, как крепость негодяев просто рушится. Рушится от одной тычки. Пам! Да, ребята, напишите в комментариях, как вам новое видео. Итак, мы победили и получили фермерский журнальчик. Ой, это интересно, интересно. В нем мы будем, наверное, записывать отчет о наших урожаях. Итак, ребята, давайте мы начнем с второго уровня. И здесь, наверное, уже будут какие-то побольше неприятели. Ну и мы тогда, ребята, вызовем получше воинов. Смотрите, кто кого победит. Обычный шарик или... Или же два квадрата с дубинками. Так, смотрим. Даже уже три квадрата, и обычный шарик минус делает. Давай, шарик. Минус три квадрата. Один шарик стоит целых три квадрата. Вот это мы выяснили. Так, что? Подождите, он убил четвертого. И почти, давай. Нет, ребят, один шарик стоит четверых. Вот это да. А как будет один шарик с мечом и щитом? Скольких он сможет одолеть? Так, минус 3, отлично. Что, хочешь вкусный бургер? Сейчас мы еще нам бургеров добавим. Так, отлично. Так, смотрите, подождите, это с какой-то третий был? Это четвертый. Так. Скольких же он сможет перегрызть? Так, это был шестой. Да. И неужели этих он тоже сможет выиграть? Так, седьмого убьет или нет? Да, ребята, он это сделал, он невероятно силен. Но все-таки нет, ребята. Так, и теперь шарик-копьеносец. Кто же сможет его одолеть? Но он очень быстро их просто испепеляет своим копьем. Смотрите, круто. Так, ну и, наверное, он и завершит эту битву. Смотрите, он в одиночку сможет противостоять целой крепости квадратов. У него тут еще топор есть. Но, ребята, у нас тоже есть топор, поэтому не волнуйтесь. Так, ну что ж, наш шарик в каске уже потихонечку грызет крепость. Так, ребята, а в следующей, смотрите, битве мы используем нового шарика. И я вам покажу его. Ну и, наверное, будут новые какие-то... квадраты. Так. Ну, я не знаю, ребят. Пока что он их уничтожает просто на ура. Да, вот так вот просто. Смотрите. Итак, ребята, что же? Напишите еще в комментариях, сколько сможет уничтожить квадратов шарик следующий с топором. Сейчас я вам его покажу. О! И мы еще получили один артефакт. Это очень круто, потому что с их помощью мы сможем апгрейдить наших шариков, нашу крепость. И мы можем становиться лучше. Итак, теперь шарика тоже за 140 бургеров, но это шарик с топором в маске. Так, давайте. Сейчас к нам они подойдут, эти квадраты, мы их откинем, потому что, ну, надо честно сражаться. О, вот, ребята. Шарик в маске третьего уровня и с топором, что самое главное. Скольки игры сможет одолеть он? Итак, только тут уже не простые квадраты, ребята, это квадраты с копьями, и это какие-то разрисованные квадраты, и он уже трех уничтожил. Так, считаем, ребята, давайте внимательно тоже считаем вместе и пишем в комментариях, скольких он сможет выиграть. Итак, так, я считаю внимательно, ребята, давайте, кто посчитает грамотнее всех, попадет в комментарии. Видео в следующем. Так. Ну, слушайте, он даже пободрее идет, чем предыдущий наш шарик. Мощный. Так. Ну, бургеры мы уже даже, я думаю, добывать не будем. У нас их очень-очень много.
Так, давай. И уже он крепость их рушит, ребята. Вот это да. Сколькирых же он сможет уничтожить? Это хороший вопрос. Так. Ну, ребята, внимательно считайте. Очень внимательно. Это очень важно. Я этот комментарий в видео покажу. Так, давай, давай, давай. Руби, руби топором. Ты сможешь. Смотрите, как он это делает. Он это делает с улыбкой. Так. Ну, очень долго, конечно, мне бы хотелось ему помочь, но нет, я не буду специально вызывать ему подкрепление, потому что он должен справиться сам со всеми трудностями и опасностями в виде вот этих вот квадратов, ребята. А тут уже не простые квадраты, я вам напоминаю, это квадраты с топорами. И это какие-то, не знаю, у них боевой раскрас какой-то. Это забавно. И он их просто рубит, ребята. Просто смотрите, крепость практически была повержена. И... ну давай, последние удары. Хватит ли у нас мощности нашего шарика? Так, 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 да, да, давай. Ну, один удар. Все, победа, ребята. Ура! И что ж, ребята, пожалуй, на этом все. Сегодня поход шариков завершается. Но вы обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забудьте посчитать, скольких квадратов уничтожил наш боевой друг Одесса Мигас.